И книги попали. Полечко. Смотри, смотри, гляди, какой голубок. Ну, ой, какой голубок. Смотри. Ну-ка, держи вот сюда, смотри, смотри, вот, смотри сюда. Аполлинария. О, ой, ой, какой голубок. Вот, скорее, скорее, фотографируй. Смотри тут. Скорее. Носик, носик. Ой, да какой голубок. Она его носик не боится, трогает. Вот он, голубь-то какой. Смотри, с какими этими шишарями-то вверху. У него как этот шинончик-то в голове. Мне коричневый нравится. Да молодцы такие мои, сидят спокойно здесь. Сколько народу. Ой, какой, смотри. Ой. Но. Вот он какой, смотри. Видишь, чтобы цвет его был очень редкий, дымчатый цвет. Вот это у меня супер элитный голубь, на первом месте стоит сейчас. Очень сильно переворачивается, и красота его неописуемая просто. Это редкий, синхронно у него все идет. Да такой лунный. И он не сизый, а дымчатый. Дымчатый. Коричневый. Серый. У меня одна была такая, я ее перекормила, она умерла. Серый. Вон он какая, сидят как спокойно. Ну все, наверное, нафиг. Ну все. Так вы его отпускали вроде, он снова прилетел. А, уже садятся. Меня отдельно сделай для снимок. Прямо на этих книжках, чтобы я был. Подожди. Вот тут. Ну, второй не будете брать? Тот не будете брать? Ну давай, давай тоже. Не надо. Так, подожди-ка. Ох, коричневый. Отпускай. Вот они мои, какие голуби. Дайте мне один. Подожди, сфотографируйте. Посмотри, чтобы крест попал так. Вот они. Шинёрчики, видать? Гули-гули-гули, поле. Гули-гули. Вот этот маленький был, сильно хулиганился, всех бил. Без меня он родился. Коричневый? Видишь, какой они на голове-то? Бандит. А на ногах шпоры. Да не, они не бандиты. А так короткие, а вот такие бывают почти по 20 сантиметров длиной. Но! Хорошие? Пошел на улицу отпусти. Сейчас я отпущу их. Ну не бойся, не бойся. Она не боится. Вот придет время, я их привещу, они будут здесь сидеть. Какая все. Еще? Посмотрим. Рассасывайтесь. Мама. Ты, мама, видела, нет? Какие они? Все.